Здравствуйте. Рассмотрим первый вопрос лекции. Право приема иностранных туристов. В лекционном материале мы рассмотрим с вами вопросы организации приема иностранных туристов на территории России, а также отправку граждан России в зарубежные страны. Для этого осуществляются формальности, так как перемещение лиц и товаров производится через таможенную границу. Это процедуры, связанные с соблюдением определенных условий, правил и требований, установленные государственными органами страны въезда и пребывания. Правила обращены на устранение препятствий при совершении путешествий, на облегчение условий пересечения туристами других стран и регионов. Важной процедурой в турбизнесе являются перевозки, встречи, размещение, питание и проводы туристов. В международной практике функционируют гостиничные цепи, ассоциации по общественному питанию, сотрудничающие с туристами, с туристическими компаниями. Каждая из этих организаций предлагает туристам специфические услуги. В местах пребывания туристам предлагается активный отдых и развлечения, консультации врачей, прокат и ремонт имущества, экскурсии, услуги ресторанов. Страхование – важный элемент договорных отношений в турбизнесе. Со страховыми компаниями, как правило, обязательно заключаются договора, которые берут на себя обязательство выплатить определенную сумму в случае непредвиденных ситуаций. Особое внимание уделяется безопасности туристов, туристических объектов. В этих целях разрабатывается кодекс поведения туристов, проводятся инструктажи с ними, чтобы предотвратить возможные непредвиденные экстремальные случаи в ходе путешествий. Организация приема иностранных туристов в России осуществляется в соответствии с постановлением правительства России номер 1142 от 1 октября 1998 года. Постановление разработано на основе федерального закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Для приема фирмой иностранных туристов, референс это называется, на территории России необходимо иметь разрешение консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации и пакет документов для регистрации фирмы УВИР. Что это нужно сделать? Это нужно подготовить заявку на оказание консульских услуг, заверенной печатью и подписью руководителя, нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о регистрации предприятиями как юридического лица. Кроме того, для приема фирмы иностранных туристов необходимо иметь справку о постановке на учет в налоговых органах, подтверждение права трудовой деятельности, выданной Федеральной миграционной службой России, руководителю, если он не является гражданином России. Следующий документ, который необходимо иметь туристической фирмы, это разрешение на открытие в России представительства иностранного юридического лица, выданное в установленном порядке, аккредитующий российским предприятием. Надо иметь также лицензию на осуществление международной туристической деятельности. Для регистрации представляются следующие документы. В обязательном порядке паспорт руководителя фирмы или другой документ, удостоверяющий личность. Обязательно должна быть виза,
если руководитель не является гражданином России. Регистрация осуществляется в течение 2 недель со дня предоставления документов. Фирма вносится в реестр по соответствующим номерам зарегистрированных организаций Министерства иностранных дел России. Этот номер вносится в заверенный печатью удостоверение о консульском обслуживании туристической фирмы. Удостоверение действительно в течение 1 года. Его можно пролонгировать на очередной срок. При регистрации фирма предоставляет в Министерство иностранных дел России заявление с уведомлением об изменении учредительных документов. Если имеются изменения, то турфирма дополнительно представляет нотариально заверенные копии новых учредительных документов, свидетельство о регистрации организации как юридического лица, справку о постановке на учет в налоговых органах. Министерство иностранных дел России вправе отказать в регистрации или перерегистрации туристической фирмы в случае: первое, нарушение установленного положением порядка регистрации, перерегистрации, недостоверности сведений об изменении учредительных документов. Второе, неисполнение законодательства России, регулирующего порядок въезда и выезда, пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Третье, неоднократного представления документов для оформления паспортов гражданам России, приглашение в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства с заведомо недостоверными сведениями. Четвертое. Прекращение в установленном порядке деятельности организации. Приглашение является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче российской визы иностранным гражданам и лиц без гражданства. Приглашение в Россию иностранных граждан оформляется Министерством иностранных дел России или его представительствами на территории страны, а где их нет, соответствующими органами Министерства внутренних дел России на основании письменного заявления. Бланки приглашений являются документами строгой отчетности. Форма бланка, порядок учета и хранения бланков, порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при оформлении и выдаче приглашения определяется ведомственными нормативными правовыми актами. С апреля 1999 года введена единая форма подтверждения о приеме иностранных туристов. Подтверждение – это бланк единого образца, заполненный по всем графам и заверенный подписью ответственного лица и печатью российской туристической фирмы. Оно оформляется турфирмой по заявке иностранного партнера на прибытие тура или приобретение тура в Россию по оговоренным условиям и ценам. В форму подтверждения вносятся сведения о туристе и маршруте поездки, об условиях размещения, даты пребывания, въезда или выезда. Указываются необходимые реквизиты принимающей турфирмы. Подтверждение заверяется подписью руководителем фирмы и печатью. Аналогично заполняется и контрольный талон подтверждения. Вторая часть бланка подтверждения отрывается и направляется в иностранную турфирму для подачи заявки на визу для въезда в Россию. Технология приглашения иностранных туристов заключается в следующем. Фирма-партнер или частное лицо высылает подтверждение и ваучер о произведенной оплате. Следующее. Это документы, представляется в российское консульство. Следующее.
контрольный талон, подтверждение фирмы оставляет у себя. В консульстве России, в стране места жительства, отправление иностранного туриста, подтверждение является документом, на основании которого оформляется и выдается туристическая виза. Бланк подтверждения возвращается туристу вместе с открытой визой. При совершении поездки подтверждение находится у туриста, так как оно может быть потребовано или предъявлено при прохождении пограничного контроля в пунктах въезда-выезда в Россию, при наступлении страховых случаев, происшествий, преступлений в отношении туриста или его собственности, а также при возникновении транспортных, финансовых или иного рода проблем. Консульство России рекомендует иностранным туристам сохранять подтверждение в пакете документов, необходимых для поездки на все время пребывания на территории России. При обращении в российское консульство за визой иностранцу необходимо предъявить следующие документы. Паспорт или его ксерокопию. Две заполненные визовые анкеты с фотографиями. Туристический ваучер. Подтверждение российской фирмы о готовности принять иностранного туриста или группу. В регионах с повышенной миграционной опасностью билеты туда-обратно или подтверждение об их бронировании. Туристский ваучер должен содержать следующие сведения. Кстати сказать, что слово «туристский» и «туристический» они аналогичны и можно произносить и так, и так. Таким образом, туристский ваучер должен содержать следующие сведения. Учетный номер и дату, данные на иностранца, фамилию и инициалы, срок пребывания в России, даты въезда и выезда, название принимающей российской фирмы, перечень оплаченных услуг данной поездки, трансфер, проживание в гостинице, экскурсии, подпись и печать, штамп отправляющей фирмы. Ваучер можно получить туристу при покупке тура в Россию. Где это можно сделать? В иностранной турфирме, сотрудничающей с российской турфирмой и имеющей право заниматься международной туристической деятельностью. Это подтверждается лицензией. А также имеющей аккредитацию в Министерстве иностранных дел России и с присвоенным референс-номером. Предъявляется оригинал ваучера фирмы. Тур можно купить в официально зарегистрированном в стране проживания отправления представительстве, филиале, совместном предприятии фирмы и других точках. Российской турфирмы, головное предприятие которой в России имеет аккредитацию в Министерстве иностранных дел, с референс-номером предъявляется оригинал ваучера. Кроме того, тур можно купить в российской фирме, имеющей право заниматься международной туристической деятельностью. Обязательно подтверждается лицензией и аккредитацию в Министерстве иностранных дел России с референс-номером предъявляется копия или оригинал туристического ваучера. Гарантии для въезда иностранными гражданами и лицами без гражданства в Россию определены соответствующим положением. Гарантиями признаются приглашение в Россию, выданное в Министерстве иностранных дел России или его представительствами на территории страны или органами внутренних дел России. Следующее. Оформленный договор о турпоездке в Россию и подтверждение их приема, зарегистрированное российской турфирмой. Следующее. Действительные для выезда из России проездные билеты
и подтверждение гарантии их пребывания в пункте пересадки на территории страны в случае транзитного проезда через ее территорию. Гарантиями также является подтверждение российскими юридическими лицами или международными организационными комитетами предоставления ими средств для проживания в России и выезда из России, а также подтверждение российскими физическими лицами обеспечения ими пребываниями в России и выезда из нее. Межведомственная комиссия по въезду приняла решение выдавать визы иностранным туристам на срок действия ваучера, а также согласовывать списки фирм, обладающих правом приглашать иностранцев из-за рубежа, с Гомским спортом России, а также с органом, выдавшим лицензию. Всемирной туристской организации разработаны рекомендации по визовым формальностям. Они следующие. Это безвизовый въезд на срок до 3 месяцев. Действие визы в течение 12 месяцев для одного или нескольких въездов во всех пунктах, по всем маршрутам, открытым для передвижения туристов на всех видах транспорта. Следующее. Взаимное признание государствами виз друг друга. Кроме того, Всемирная туристская организация рекомендует в исключительных случаях возможность выдачи визы на контрольно-пропускных пунктах въезда или разрешения въезда на 72 часа. Взимание консульского сбора в сумме, не превышающей стоимости операции оформления визы. И, наконец, одинаковый размер консульского сбора, независимо от гражданства туриста. Рекомендации являются ориентирами для возможного их применения. Государство самостоятельно устанавливает свои требования к иностранцам, желающим его посетить. Наличие визы не гарантирует о въезде в страну. Виза является основным разрешительным документом для посещения другого государства. Она подтверждает регистрацию паспорта в консульском учреждении государства, которое предстоит посетить. Окончательное решение о возможности въезда на территорию государства принимается соответствующими иммиграционными, пограничными или полицейскими властями на границе данного государства. Если въезжающее в страну лицо или группа лиц по каким-либо причинам по решению властей не отвечает положению туриста или там группы туристов, то оно не будет пропущено через границу, несмотря на имеющиеся у него или у них визы. Перейдем ко второму вопросу лекции. Паспортно-визовое обеспечение туристов. На рынке туристических услуг действует инициативная отправка граждан России в зарубежные страны и рецептивная – это прием иностранных граждан на территории России – формы деятельности туристических фирм. Пересечение границы России можно производить по служебному паспорту синего цвета. Их обладатели – должностные лица. Дипломатическому паспорту зеленого цвета. Их обладателями являются дипломаты и сотрудники Министерства иностранных дел России. Паспорту моряка – он бордового цвета. Это удостоверение личности моряка. Для туристских поездок паспорт моряка недействителен. Пересечение границы России можно производить по
общегражданскому заграничному паспорту. Он красного цвета. Их обладателем являются граждане России. Туристические фирмы оформляют визы гражданам России, имеющим только общегражданские заграничные паспорта, срок действия которых ограничен 5 годами. Если до срока окончания действия паспорта осталось менее 2 или 6 месяцев, оформить визу в некоторые страны будет невозможным. В случае выезда российского гражданина до окончания срока действия паспорта, при обнаружении на границе несоответствия даты обратного билета сроку действия загранпаспорта, туриста не выпустят из страны. Это надо знать менеджерам туристических фирм. Детей, следующих с родителями, вписывают в паспорт родителя. После 6-летнего возраста в паспорт родителя вклеится фотография ребенка. В случае непредвиденных обстоятельств туристам необходимо обращаться в консульскую службу, чтобы решить спорные вопросы. Виза на посещение страны выдается на основании приглашения служебного или делового от иностранной организации или российской организации, частного от иностранного гражданина, гражданину Российской Федерации, гостевого от командированного на длительный срок за рубеж российского гражданина своему соотечественнику, туристского на поездке в целях отдыха, лечения, краткосрочного обучения, участия в спортивных соревнованиях или в бизнес-семинарах. Что такое виза? Виза – это отметка в паспорте гражданина дипломатическими представительствами иностранных государств, дающая право его владельцу на временный въезд на территорию государства, выдавшему ему визу с определенной целью. Визы могут быть различными, в частности, деловая виза или бизнес-виза выдается при оформлении приглашения организации иностранным юридическим лицом, организации визополучателю другого государства на конкретного работника этой организации с указанием цели и сроков пребывания. Частная виза. Эта виза выдается при оформлении приглашения частным лицом, гражданином иностранного государства, частному лицу, визополучателю другого государства. Приглашение оформляется в местном органе власти. Туристическая виза. Она выдается на время, указанное в туристической путевке, ваучере, приглашение на участие в семинаре, спортивном мероприятии и других. Туристические поездки, отдых, лечение, участие в соревнованиях ограничены определенным сроком пребывания, поэтому многократные визы не выдаются. Имеется в наличии и транзитная виза. Она предоставляет визополучателю право проезда через третью страну, страну основного пребывания. Транзитная виза выдается посольством третьей страны на определенное количество часов после получения основной визы. Что же такое рабочая виза? Рабочая виза предоставляет право работы по найму за рубежом, в частности в туристической фирме. Для получения такой визы приглашающая сторона, работодатель, заключает контракт с будущим работником, согласовывает все нюансы, условия работы, проживания, страхования в местной иммиграционной службе. Получив разрешение властей, высылает весь пакет документов
будущему работнику. К выдаче визы страны предъявляет свои требования и рассматривает каждую в отдельности. Срок выдаваемой визы зависит от приглашения принимающей стороны, цели посещения, времени пребывания и кратностью, то есть количеством посещения страны. В иностранных посольствах установлены правила выдачи туристских визных виз, которые различаются по срокам обращения, формулярам, анкетам, заполняемым на каждого туриста, количеству фотографий, необходимости личного посещения посольства туристами, а также по порядку приема в посольствах сотрудников турагентств и другие формальности могут быть. Турагентство может устанавливать деловые связи с иностранными консульскими службами, использовать посреднические организации, специализирующиеся на оформлении виз, что удорожает стоимость тура. Выдача туристской визы производится по ходатайству туристической фирмы, принимающей стороны, обеспечивающей прием по согласованию маршруту, строго установленные подтвержденные сроки. Для оформления покупных виз осуществляется сбор документов и уплачивается взнос. Процедура оформления и получения виз в некоторых странах производится автоматически, например, в Турции, в Египте. Она достаточно проста и не требует от фирм дополнительных условий. Разрешительные визы оформляются странами Шенгенского сообщества, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Для российских туристов получение таких виз усложнено. Обязательными требованиями посольств этих стран является наличие подтверждения бронирования гостиницы, наличие обратных билетов. Консульский сбор за оформление визы в разных государствах различный. Его размер постоянно изменяется. Срок выдачи визы с момента обращения также различен. Он бывает от 4 до 40 дней и зависит от межгосударственных соглашений и сложившейся практики. Что же такое групповая виза? Групповая виза оформляется для туристических групп и деловых поездок. А виза ставится на списки. Таким образом, граждане могут пересекать границу по списку. Турагентство обязано предупреждать выезжающих туристов об окончании действия иностранной визы в день завершения поездки. Если турист нарушает визовые требования, к нему могут применить санкции в соответствии с законодательством страны пребывания. Некоторые страны российские туристы могут посещать без въездных виз или при наличии приглашения. Такими странами являются Египет, Ливан, Непал, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Турция, Таиланд и других странах въездные визы можно получить прямо в пунктах пребывания. Турагентство обязано предупреждать туриста, что оно не несет ответственности за возможный отказ от предоставления ему визы или ее продления. Понесенный туристом ущерб может быть компенсирован только страховой фирмой, если иное не записано в договоре страхования. Перейдем к третьему вопросу нашей лекции. Это соблюдение
туристических формальностей при перемещении лиц и товаров через таможенную границу. Под туристическими формальностями при перемещении лиц и товаров, пересекающими таможенную границу, принято понимать процедуры, связанные с соблюдением определенных условий, правил и требований, установленные государственными органами страны въезда и пребывания. Эти правила сформулированы в Международной декларации по туризму в Гааге еще в 1989 году и обращены на устранение препятствий при совершении путешествий, облегчение условий посещения туристами других стран и регионов. Туристические формальности включают заграничные паспорта, визы, таможенные правила и валютный контроль, порядок обмена валюты, полицейские и санитарные правила, режим въезда-выезда, особенности пребывания и передвижения иностранных туристов в стране, иммиграционные правила и другие требования. Кроме того, существуют полицейские правила. Это процедуры, связанные с проверкой соблюдения туристами, пересекающими государственную границу, установленного паспортно-визового режима. Контроль возлагается на соответствующие службы в аэропортах, на железных и иных дорогах, морских и речных вокзалах. В России данный контроль осуществляется Федеральной пограничной службой. Следует также знать, что существуют санитарные, медицинские правила. Это процедуры, связанные с проверкой соблюдения туристами и их животными, пересекающими государственную границу, установленных требований о вакцинации, прививках. Контроль возлагается на санитарные службы. В отдельных случаях санитарные правила предусматривают вакцинацию туристов и их животных на месте или их временную изоляцию в карантине, если есть вероятность переноса инфекционных заболеваний. На таможне осуществляется контроль над прохождением через государственную границу туристов, их грузов и багажа, почтовых отправлений, денежных средств и других ценностей, взимание пошлин и сборов, задержание грузов, не отвечающих установленным законодательством условиям. Эти процедуры проводятся в пограничных пунктах, используемых для въезда и выезда из страны. Это аэропорты, железнодорожные, морские и речные вокзалы, пункты пересечения границы на автодорогах. Кроме того, имеются и таможенные формальности. Таможенные формальности для туристов состоят из письменного или устного декларирования перечня и количества перевозимых вещей, товаров и денег, валюты, разрешенных перевозки. Таможенная декларация единой формы действует с 1 января 1998 года. Ее заполнение предусмотрено для лиц, достигших 16-летнего возраста. При временном въезде заверенная сотрудником таможенная декларация остается на руках владельца и при утере не возобновляется. При необходимости багаж и валютные средства могут быть проверены таможенниками. Провоз вещей и товаров сверх установленной нормы облагается налогом, пошлиной или сборами соответствующими. Порядок перемещения туристами через таможенную границу России
товаров и других материальных ценностей зависит от многих объективных обстоятельств и определяется постановлениями правительства Российской Федерации, приказами государственно-таможенного контроля России в целях того, что это очень динамичная вещь, поэтому каждый раз правила эти меняются и издаются соответствующие постановления, указы, там, приказы или другие нормативные акты. В ряде регионов России местными властями устанавливают дополнительные сборы, к которым туристы относятся, как правило, негативно. Однако туристическим фирмам целесообразно включать размеры местных сборов в стоимость тура, чтобы это не было так психологически воздействовано на туристов. Валюта и российские рубли указываются туристам в таможенной декларации, вывоз которой регламентируется Центральным банком России. Всемирная туристическая организация ВТО рекомендует государствам разрешать ввоз валюты при внесении ее суммы в таможенную декларацию, приводить к минимуму неудобства и финансовые затруднения туристам при пересечении границы, предоставлять возможность обратного обмена валюты при выезде. Кроме того, ВТО рекомендует государствам производить обмен ввозимой валюты на национальные деньги по желанию туриста, вывешивать на контрольно-пропускном пункте при въезде в страну правила обмена валюты и текущий курс валюты, разрешать туристам при выезде из своей страны иметь достаточную сумму денег в различных видах валюты для обратной поездки по стране. Таможенному контролю подлежат все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу туристами. Формы контроля могут быть различными, сущность которого заключается в проверке достоверности сведений, сообщенных при декларировании. При ввозе таможенный контроль начинается с момента пересечения туристами, товарами и транспортными средствами таможенной границы России. При вывозе таможенный контроль начинается с момента принятия таможенной декларации. Таможенный контроль завершается в момент выпуска туристов, товаров и транспортных средств. При перемещении таможенной границы турист обязан произвести декларирование товаров в соответствии с установленным порядком. По требованию таможенного органа предъявить товары, представить таможенному органу документы и дополнительные сведения, произвести таможенные платежи, оказывать таможенным органам содействие в производстве таможенного оформления. Обязательному декларированию в письменной форме подлежат товары, валюта, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические средства, культурные и художественные ценности, архивы, а также ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества, другие ценности. Это определяется нормативно-правовыми актами страны, эти все ценные вещи, которые перемещают туристы через таможенную границу России. При декларировании в письменной форме используются бланки таможенной декларации. Декларация заполняется в одном экземпляре и подается в таможенный орган. После завершения таможенного оформления
товаров, оформленная декларация остается и хранится в делах таможенных органов. В декларации заявляют точные сведения о перемещаемых через таможенную границу России товарах и другие сведения, необходимые для таможенных целей. Под таможенным досмотром подразумевается проверка наличия или отсутствия в транспортных средствах, ручной клади и багаже, а также в одежде и на теле туриста предметов, не заявленных или скрываемых от таможенного контроля. Досмотр одежды и тела туриста называется личным досмотром и является исключительной формой таможенного контроля. Применяемые при всех видах досмотра технические средства должны быть безопасными для жизни и здоровья людей, не причинять ущерба товарам и транспортным средствам. При организации и проведении досмотра должностные лица таможенных органов должны строго соблюдать конституционные права личности. Личный досмотр производится только в особо обоснованных случаях на основании постановления начальника таможенного органа. Таможенный досмотр ручной клади и багажа может производиться с частичной выемкой содержимого, скрытием отдельных мест, без вскрытия отдельных мест, но с применением технических средств таможенного контроля. Таможенный досмотр – это не только форма таможенного контроля или технологическая операция, но это и процессуальные действия со всеми вытекающими последствиями. Владелец досматриваемой ручной клади, багажа или транспортных средств имеет право присутствовать при досмотре и не может быть лишен этого права ни при каких обычных обстоятельствах. При таможенном контроле и таможенном оформлении товаров, ввозимых туристами на территории России, согласно упрощенному льготному порядку, могут быть применять технологическую систему красного и зеленого каналов, систему самостоятельного выбора туристов, формы декларирования и соответствующего ей канала для оформления контроля ввозимых им товаров. Что это за технологическая система? Технологическая система таможенного контроля включает красный канал. Он предназначен для декларирования в письменной форме товаров, ввозимых туристов на территорию России. Зеленый канал предназначен для декларирования таких товаров в конклюдентной форме. Уважаемые товарищи, переходим к четвертому вопросу лекции. Транспортное обеспечение туристов и соглашение между отелями и перевозчиками. Для перевозки и размещения туристов в отелях Международной гостиничной ассоциации, аббревиатура МГА, и Международным союзом участников дорожно-транспортного МСДТ в 1994 году приняты стандартные нормативные документы в целях: первое, установление партнерских отношений между отелями для проживания туристов и предприятиями, осуществляющих их перевозку; второе, обеспечение автобусных туров с размещением туристов в отелях, кемпингах, мотелях, а также предоставление им определенного ассортимента качества услуг. Соглашение заключается на 2 года и автоматически пролонгируется на следующие 2 года, если одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его. В случае расторжения соглашения сохраняется право для разрешения возникшего конфликта
между предприятиями-перевозчиками и отелями в соответствии со стандартными контрактами. Что же это за такое? Стандартные правила. Посмотрите, пожалуйста. Стандартные правила размещения в отеле включают проживание и питание. Группа туристов, как правило, до 15 человек, одновременно прибывающих в отель и покидающих его, которым выставляется один счет для оплаты услуг. Следующее. Список группы, распределение между ними комнат и перечень услуг, а также информация для полиции страны пребывания. Кроме того, стандартные правила размещения в отелях включают предоплату предварительного заказа, административные выплаты, вычитаемые из окончательного счета и не подлежащие возвращению в случае невыполнения перевозчиком взятых обязательств. Следующее. Это перечень дополнительных платных услуг. Далее. Гарантированный депозит, то есть сумма, выплачиваемая до исполнения условий контракта, которая вычитается из окончательного счета и которая должна быть возвращена в случае его расторжения. Стандартные правила размещения в отелях также включают залог, если национальный закон разрешает данную форму, штраф или полное возмещение в пользу любой из сторон контракта. Залог выплачивается перевозчиком, если он не выполняет взятых на себя обязательств, в двойном размере владельцем гостиницы, если он не выполняет свои обязательства. Кроме того, включает официальное письмо, телекс, телефакс, телеграмма или электронная почта. Контракт подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Изменение, дополнение или приложение к контракту или отмена заказа считается действительными, если представлены в письменном виде и подписаны сторонами. В контракте согласовываются права и обязанности сторон, другие вопросы. В случае разногласий по контракту споры решаются в арбитражном суде или в гражданском суде в установленном порядке. Арбитражный суд обязан применять в своей работе закон, оговоренный в контракте. Если примененный закон позволяет, арбитражный суд получит право действовать по справедливости. Стороны обязаны безоговорочно исполнять решение суда. Туристов привлекают, как правило, историко-архитектурные достопримечательности, театры, музеи, курорты, предлагающие лечение, катание и спуски с гор на горных лыжах, подводное плавание и другие. Они стали активно участвовать в выставках, ярмарках, конгрессах и других мероприятиях. Развитие железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного и водного транспорта усилило развитие туризма. Значительно увеличилось количество транспортных перевозок, расширилась сеть гостиниц, кемпингов, баз отдыха, ресторанов и других объектов питания, а вместе с этим и сервис. К знаменитым путешествиям на поезде следует отнести немножко истории. Известный Восточный экспресс, который курсировал еще в 1983 года по маршруту Париж-Стамбул. В 1977 году его сменил Венский Восточный экспресс. Интересен был и такой поезд, это Транссибирский поезд, который позволял совершать путешествие из Москвы в Монголию.
свое время существовал голубой поезд, который перевозил путешественников из города Кейптауна в Преторию, это в Южной Африканской Республике. На шотландском королевском экспрессе можно было преодолеть шотландский высокогорье. Автобусные перевозки наиболее привлекательны для туристов. Современные комфортабельные автобусы обеспечивают туристов для перевозок на дальние расстояния. В настоящее время это большой туристический бизнес. Для привлечения большого числа пассажиров автобусные компании предлагают туру и службу проката автобусов. Индустрия проката автомобилей – составная часть туристического бизнеса. Наиболее крупными автопрокатными компаниями являются Hertz, Avis, Nation и Budget. В Соединенных Штатах Америки функционирует около 5000 небольших автопрокатных фирм. Они являются составными частями туристических фирм. Рынок морских круизов – один из важных в туристическом бизнесе. Количество туристов, участвующих в морских круизах, увеличивается с каждым годом. Несмотря на то, что число круизных компаний невелико, их всего в мире около 60. Они строят новые, более комфортабельные корабли для круизов. И в настоящее время почти 250 судов, которые имеют 150 тысяч мест, перевозят туристов по самым экзотическим местам нашей планеты. Крупнейшими круизными фирмами являются Carnival Group, Holland America Line, Closter Cruise Ltd., Royal Caribbean Cruise Line, P&O и другие. В Европе законодателями мод морского круиза являются английские, греческие, итальянские, норвежские и датские компании. Российские компании проникли на этот рынок круизов, предлагают более низкие цены и составляют, конечно, конкуренцию европейским и американским компаниям. Авиаперевозки занимают более 1/3 от всех перевозок международных туристов. Это и понятно, что турист, как правило, стремится к месту отдыха быстро и хочет там активно отдохнуть и также быстро вернуться к месту работы. По данным Международной авиатранспортной ассоциации, ежегодно на самолетах перевозят до 350 миллионов авиапассажиров на международных авиалиниях, до 900 миллионов авиапассажиров на внутренних авиалиниях. Крупные международные авиакомпании – это Международная организация гражданской авиации ИКАО, Международная автотранспортная ассоциация, аббревиатура АЗИАТА, авиакомпании, автобусные компании, отели и фирмы. Фирмы по аренде автомобилей закольцованы в компьютерные сети резервирования. Переходим к следующему вопросу лекции. Гостиничные сети и ассоциации питания, сотрудничающие с туристическими фирмами. В мировой практике по размещению туристов сложился следующий понятийный аппарат и терминология. Средства размещения туристов – это любой объект, предназначенный для временного проживания туристов. Это может быть гостиница, турбаза, площадка для кемпинга и другие. Турист – это гражданин, посещающий страну, место временного пребывания в оздоровительных, познавательных и профессионально-деловых, спортивных,
религиозных и других целей, без занятия оплачиваемой деятельностью в период с 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки. Следующее понятие – исполнитель услуги средств размещения. Это организация или индивидуальный предприниматель. Далее – услуги средств размещения. Это деятельность исполнителя по размещению туристов и оказанию гостиничных, специализированных, то есть лечебно-оздоровительных, санаторных, спортивных, туристских, курортных и других услуг. Питание туристов в стране пребывания зависит от многих факторов: национальных традиций, классности и особенностей отеля, договора с турфирмой о питании, индивидуальных особенностей личности и другие. Главным принципом обслуживания в местах проживания, как правило, является шведский стол, где каждый турист может выбрать питательные, энергетически ценные и вкусные блюда и напитки по своему усмотрению и желанию. Формула «все включено» обеспечивает туристам отдых без материальных затруднений времени, которое предназначено для активного отдыха в стране пребывания. В международной практике функционируют гостиничные цепи, ассоциации по общественному питанию. Они сотрудничают с туристическими компаниями. Каждая из этих организаций предлагает туристам специфические услуги. Рассмотрим некоторые из них. Международная ассоциация руководителей предприятий общественного питания объединяет более 3000 граждан Соединенных Штатов Америки и стран Тихоокеанского бассейна, около 1000 студентов, обучающихся по программам подготовки руководителей предприятий общественного питания. Цели и задачи. Это повышение стандартов обслуживания, обучение, подготовка лидеров индустрии, информационное обеспечение предприятий питания. Они выпускают информационный бюллетень, который способствует пропаганде деятельности ассоциации. Кейтеринг. Это общественное питание с обслуживанием туристов вне помещений предприятия. Это организация пикников, банкетов, фуршетов, свадьб, дни рождения и так далее, так далее. Другие юбилеи, которые предлагают туристы и их обслуживает это общественное питание. Национальная ассоциация директоров кейтеринга создана еще в 1958 году. Она объединяет около 1500 членов из Соединенных Штатов и Канады. Директора, преподаватели, менеджеры предприятий кейтеринга, они, как правило, повышают профессионализм в сфере обслуживания, проводят образовательные конференции. По их окончании они выдают соответствующие дипломы, что они являются исполнительными директорами кейтеринга. Следующая организация, которую целесообразно знать менеджерам туристических фирм, это ARA Service, крупнейшая компания Соединенных Штатов Америки по управлению предприятиями общественного питания. Эта компания владеет свыше 2500 контрактов,
получает ежегодный доход в размере около 850 миллионов долларов. Следующая компанию давайте посмотрим на экране. Это Кентин. Компания по управлению предприятиями общественного питания. Она владеет 1880 контрактами. А в год она получает 460 миллионов долларов дохода. Morrison Custom Management. Это также ведущая компания Соединенных Штатов Америки по управлению предприятиями общественного питания. Имеет 850 контрактов и доход 340 миллионов долларов в год. Национальная ассоциация предприятий общественного питания в колледжах и университетах. Создана в 1958 году в целях повышения уровня стандартов общественного питания в школах, колледжах и университетах. Ассоциация объединяет 600 предприятий питания Соединенных Штатов Америки и имеет свои филиалы в других странах мира. Кроме того, эта организация объединяет свыше 600 предприятий питания, как я уже говорил сегодня, и в других странах, но к ассоциации присоединилось еще 120 членов поставщиков пищевой продукции. Ежегодно они проводят конференции и семинары в одной из 9 стран ассоциации. То есть в эту ассоциацию, кроме Соединенных Штатов Америки, входит еще 9 стран. Национальная ассоциация ресторанов имеет давние традиции. Она основана еще в 1919 году. Представляет индустрию общественного питания Соединенных Штатов Америки. Объединяет 10 тысяч членов. Представляет более 100 тысяч предприятий питания в различных странах мира. Ассоциация имеет информационную службу и библиотеку, которые обеспечивают членам ассоциации по любым направлениям предпринимательства в индустрии общественного питания. Ассоциация выпускает ежемесячные журналы. Это рестораны Соединенных Штатов Америки. Еженедельные издания различного направления. Они содержат разную информацию о клиентах ресторанов. Ассоциация проводит в год более 200 семинаров различной тематики по льготным ценам. 17 различных однодневных семинаров. 5 национальных конференций. Например, они проводят постоянно майский конгресс совместно с Международным союзом национальных ассоциаций гостиниц, ресторанов и кафе. Общество руководителей предприятий общественного питания также создано для обмена опытом использования профессиональной подготовки рабочих и служащих. Общество объединяет более 1000 руководителей общественного питания. Молодых специалистов обучают по программам ресторанного менеджмента. Service America. Одна из ведущих компаний Соединенных Штатов Америки по управлению предприятиями общественного питания. Располагает более 1000 контрактами. А вот компания Western Hotels and Resorts, это гостиничный оператор Соединенных Штатов Америки, основана компания в 1930 году и управляет
более 65 курортными гостиницами. В отелях, в том числе квартирного типа, мотелях, допускаются индивидуальные и коллективные средства размещения туристов. На рынке услуг туристические компании тесно сотрудничают с ведущими в мире гостиничными цепями. Рассмотрим некоторые из них. Как правило, все эти компании относятся к Соединенным Штатам Америки. Корпорация Hilton. Гостиничная цепь имеет 271 отель, 97 тысяч номеров. Основана в 1927 году Конрадом Хилтоном. С 1967 года корпорация принадлежит авиакомпании Trans World International. Это город Беверли-Хиллз, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Гостиничная цепь Hilton имеет несколько стандартов. Пожалуйста, посмотрите. Hilton Hotels, Hilton Inns, Hilton Suites, Crest Hill, Conrad International Hotels. Кстати, в рейтинге Hilton занимает одно из ведущих мест. В этом рейтинге второе место занимает корпорация Hyatt Hotels. Гостиничная цепь. Штаб-квартира находится в городе Чикаго, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Располагает, или как говорят, имеет свои концепции, 94 отеля в 30 странах мира, в частности Grand Hyatt Hotels, Hyatt Regency Hotels and Resorts, Park Hyatt Hotels, Classic Residence by Hyatt. Это вот основные гостиничные концепции. Одна из ведущих концепций, или, то есть корпораций в мире, является гостиничная корпорация Sheraton. Или, как говорят еще, гостиничная цепь. Штаб-квартира находится в городе Бостон, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Концепции управления. Sheraton Inns, их 247 гостиниц. Для бизнесменов 150, конгрессных 13, класса люкс 15, курортных 48 отелей. Несколько слов о нашей народной туристической компании России «Интурист». Кстати сказать, что в настоящее время «Интурист» получает постоянное свое развитие, сейчас имеет 50 представителей в стране и 15 за рубежом, контролирует рынок въездного туризма в России, обеспечивает около 70% зарубежных туристов, контролирует почти 25% выездного туризма. А вот компания Marriott Food Service специализируется на управлении предприятиями общественного питания, имеет более 2300 различных контрактов на управление и ежегодный оборот более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Известно, что корпорация Marriott, занимая в рейтинге гостиничной цепи пятое место, является одной из ведущих в мире. Это гостиничная и ресторанная цепь, основана Джозефом Уиллардом Мариоттом. Город, штаб-квартира в городе Вашингтон, Колумбия, штат, Соединенные Штаты Америки. Управляет 460 отелями с общим фондом свыше 120 тысяч номеров. Какие концепции? Это Marriott Hotels, Courtyard by Marriott, Residence Inns Lines, Marriott Suites, Fairfield Inns, Residence Inns, Marriott Hotels and Resorts,
Senior Leasing Inc. Resorts, Marriott Vacation Ownership Resorts и другие концепции есть. Пожалуйста, ознакомьтесь. В мире функционирует Международная ассоциация руководителей гостиничных и маркетинговых служб. Основана в 1927 году, объединяет более 7 тысяч представителей предприятий и организаций, в которых обучаются студенты из Соединенных Штатов Америки, Канады, европейских государств, стран Азии, Австралии, Океании, Африки и Латинской Америки. Главные цели и задачи – обмен идеями, информирование, разработка методов коммерческой и маркетинговой деятельности. Ассоциация проводит национальные и международные конференции, совещания, выпускает журналы. Кроме того, на международном рынке услуг функционируют международные детские летние деревни. Они созданы еще в 1951 году. Штаб-квартира Ньюкасл, Великобритания. Практически это аналог российских летних оздоровительных лагерей для отдыха детского возраста. Это, как правило, 11 лет. И они также проводят семинары для юношей 17-18 лет. Объединяет это ассоциация более 50 стран. Кроме того, на международном рынке услуг функционирует объединение взаимного информирования. Это система, объединяющая владельцев гостиниц. Цели: проведение единой рекламной кампании, формирование системы обучения обслуживающего персонала, выработка единого стандарта обслуживания и контроля качества, организация обслуживания по кредитным карточкам единого образца. Отличается от гостиничных цепей и объединений франшизных членов тем, что эта организация состоит из независимых туроператоров, автономных как от проведения своей маркетинговой политики, так и от коммерческих операций. Плата за участие в системе включает первоначальный взнос по количеству номеров, ежемесячную плату за систему бронирования по количеству номеров, плату за рекламу за единый товарный знак. Стоимость участия в системе меньше, чем цена франшизного договора. Одна из систем Best Friends International, она создана в 1948 году и включает 3200 независимых мотелей. Следует сказать несколько слов о нашей отечественной российской ассоциации. Буквально неделю тому назад официальный статус принял Российский союз турбизнеса. Это бывшая РАТА, Российская ассоциация туристических агентств. Сейчас эта организация объединяет 290 членов. Основная ее деятельность – это координация санаторно-курортного и туристического бизнеса. Всем известно, что у нас за последние годы практически не функционировал санаторно-курортный бизнес. У нас в свое время было создано большое количество санаторий, профилакторий, которые до настоящего времени обанкротились и не имели ни прибыли, многие закрылись. И вот Российский союз турбизнеса буквально возродил, и в настоящее время он активно функционирует, и кроме как санаторию, он еще и объединяет
различные поликлиники, клиники, больницы и так далее. Кроме наших предприятий медицинского обеспечения, в эту систему входят и представители зарубежных стран. Несколько слов о компании Redisson. Компания Redisson – это гостиничная цепь, штаб-квартира, город Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки, создана в 1962 году как дочерняя компания Carlson Hospitality Group. Управляет 170 предприятиями в различных странах мира. В России открыты гостиницы «Славянская Redisson Hotels and Business Center Москва» и «Redisson Лазурная» в Сочи. Следует отметить, что в мире функционирует одна из известных компаний Франции. Это Club Med. Она основана в 1950 году во Франции. Располагает уникальными зимними клубами в Швейцарии, Италии, Франции. Круглогодичный отдых можно осуществлять в более чем 25 странах мира. Это горнолыжные и солнечные городские, которые входят в систему Club Med, имеют свои особенности и делятся на три группы. В городках 2-3 зубца туристы размещаются в отелях или бунгало с базовым уровнем комфорта по доступным ценам. В зимних клубах проводятся уроки, в горнолыжных школах в течение 1-2 дней. В городах 3 зубца традиционные условия: спорт, развлечения, кухня, размещение. В зимних клубах в стоимость входят уроки, в горнолыжных школах в течение 1 дня. В городках 4-3 зубца комфорт по высшему разряду. Там в зимних клубах в стоимость входят уроки, в горнолыжах школах в течение 1 дня. Несколько слов об оздоровлении туристов. Следует отметить, что главная это цель туристических фирм – это оздоровление личности. Ради чего человек едет отдыхать куда-то? Это обязательно восстановить свое здоровье, повысить эмоции и другие. Поэтому везде создаются условия для активного отдыха. Это поездки, экскурсии, путешествия, солнечные, водные и воздушные ванны, соревнования, викторины, подвижные игры, охоты и подводная рыбалка, развлечения и отдых в акваториях, виндсерфе, водные лыжи, параплан, гребля, выход в море на катерах и ялах, участие в праздниках Нептуна, костюмированных представлениях и другие. В зимнее время это горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, выступления спортсменов фигурного катания и так далее, и так далее. В тренажерных комнатах можно подкачать мышцы. Извините. В оздоровительных центрах упрощенного типа или полноценного обязательно имеются бассейны, джакузи, бани, массаж и так далее, и так далее. Важным элементом пятизвездных является это SPA, Sanita per Aqua, то есть вода – источник здоровья. Туристы могут играть в теннис, в гольф, волейбол, баскетбол и другие. Туристам предлагаются консультации, прокат и ремонт спортивных товаров, страхование, тотализатор и лотереи, посреднические услуги, экскурсии, услуги государственного страхования банка.
услуги, извините, ресторанов и другие. Все это направлено на укрепление здоровья, развитие физических способностей, умение выплеснуть свои эмоции, расслабиться, а также на изучение английского, немецкого языка. Большое внимание уделяется боевым видам искусств, степ-аэробике, упражнениям по развитию мышц спины, пресса, рук, упражнениям для бокса, карате, велоспорта, восточных единоборств и йоги. И можно перечислять еще много и много разновидностей. Фантазия бизнесменам велика. Для туристов они создают аквааэробику и гидроаэробику, выполнение различных упражнений в воде под музыку, а также бодибалет, стретчинг, калистенетика, аквагимнастика, степ-аэробика, фанк-аэробика, йога, классический танец, чечетка, рок-н-ролл, африканский и бразильский джазовый танец и так далее, и так далее. Особое внимание уделяется занятиям женщине в период беременности и в послеродовом периоде с инвалидами и лицами, перенесшими травмами. Перед тем, как рекомендовать новому клиенту программу тренировок, он подвергается тестированию на велоэргометре с компьютерной установкой, проверяется частота сердечных сокращений, кровяное давление, измеряется вес и жировая прослойка тела, а также осуществляется силовое испытание. Популярными программами физической активности являются занятия ракеточными видами спорта, специальные мероприятия, соревнования, посвященные юбилею какого-то клуба, мероприятия в рамках общегородских торжеств, персональный инструктаж, консультации по здоровому образу жизни, реабилитация сердечно-сосудистых больных и другие. Таким образом, следует сказать, что особое внимание всегда уделяется оздоровлению личности. Страхование – важный элемент договорных отношений в туристическом бизнесе. Со страховой компанией, которая берет на себя обязательства выплатить определенную сумму в случае неприятности, менеджер заключает договор. Это определенного рода риск, но он получает вознаграждение, а страховой взнос или страховую премию. Безопасность включает обязательно защиту туристов, сохранность их имущества, не нанесение ущерба природной среде во время путешествий. Вы знаете, что в настоящее время важными для туриста это обеспечение безопасности. В мире существует много угроз для его жизни. И международный терроризм, и различные эпидемии, и техногенные, и природные катаклизмы. Но бывает так, что много зависит и от недисциплинированности туриста, поэтому он может подвергнуть себе многим угрозам и опасности. Поэтому турист, туристическая фирма обязана страховать туриста как на время его поездки, так и фирма должна страховать и свою организацию на случай непредвидительных обстоятельств. В Европейском Союзе для автотуристов обязательно получение страховки в виде зеленой карты. При этом размер страховой выплаты зависит от класса автомобиля и продолжительности поездки. В этом случае туристам, бизнесменам туристических фирм надо всегда руководствоваться законодательством как Российской Федерации, так и знанием законов других стран, где туристы отдыхают. Таким образом, туристы получают
соответствующее удовлетворение от своих поездок в виде укрепления здоровья, повышения эмоций, выявления новых для себя мест, достопримечательностей, общения и так далее, и так далее. Но главная цель туристической фирмы – это обеспечение высокого качества обслуживания и, естественно, получение прибыли. Вы можете, уважаемые дорогие друзья, ознакомиться с литературой, которая вам предлагается. Документы следующие. Пожалуйста, посмотрите. Итак, дорогие друзья, цикл лекций завершен. Желаю вам успеха. Обратите внимание на изучение литературных источников. По возможности наиболее узловые вопросы законспектируйте. Они вам пригодятся в вашей деятельности, если вы будете работать в какой-либо из туристических фирм. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, всего вам доброго.